Попался на глаза новый товар, в котором розетку, вернее вилку, можно выдергивать не двумя руками, а достаточно всего лишь нажать легко пальчиком, и она выскочит сама. В этой ситуации сразу угадался и увиделся известный, хорошо нам известный тренд, который мы называем «две руки, одна рука, ноль рук», который реализовывается через увеличение полноты частей системы. И надо сказать, что это такая эпоха в развитии системы, которую можно назвать буйство идей, посвященных разным трансмиссиям. Примеров на сценарий «две руки, одна рука» можно привести огромное количество. Важно знать, что этот сценарий существует. Важно знать, что есть две глобальные, противоположные по направленности тенденции в развитии техники. Одна направлена на то, чтобы разворачивать количество полезных функций, которые система может выполнять, а вторая направленная на то, чтобы экономить на всем. Ну вот даже на количестве рук, которые необходимы для того, чтобы исполнять какие-то действия. Какова может быть судьба товара, который следует трендам, выявленным в ходе истории изучения техники? Как правило, она благополучная, потому что любая система, которая выбивается из этих трендов, на рынке терпит фиаско. Это общеизвестный медицинский факт. Именно это обуславливает необходимость серьезного и глубокого изучения трендов развития техники, которые мы преподаем на наших курсах. И начинаем мы это делать с изучения 40 приемов, потому что они являются механизмами исполнения этих трендов. Не знаешь трендов, можешь попасть впросак и создать продукт, который рынок не примет. Таких ситуаций нужно, конечно же, избегать. А это можно сделать только благодаря знаниям о правилах, которым подчиняются абсолютно все системы в период своей эволюции.